Скажите, вы недавно себя испробовали как пул денсер, скажем так. Были такие, да, танцы на пилоне, пробовали что-то, пытались. Не хотели бы развивать себя в этой сфере? На самом деле, совершенно недавно я провел одно мероприятие со своей напарницей по творчеству Вардой. Пол-арт-шоу, вот, в котором принимали участие танцоры, спортсмены именно спорта, как пол-дэнс. Вот. Ну, естественно, мне было интересно, насколько это сложно танцевать на шесте. Это очень сложно. Но я вам признаюсь честно, у меня получилось перевернуться вверх тормашками, то есть чтобы голова была внизу, при этом ты держишься за вот эту трубу, и ноги твои наверху. У меня получилось, но долго так держаться на этой трубе я не в состоянии, потому что все-таки для этого нужно очень хорошую физическую подготовку иметь. У вас, вы сейчас строите карьеру вокалиста, исполнителя, до этого вы были танцором. Не хотели бы еще продолжать развиваться в этой сфере танцев? Танцев? Да. Нет. Я и так как бы, ну, когда нужно, я могу что-нибудь станцевать. То есть можно спеть, можно станцевать. Можно сказать, а можно тоже станцевать и тоже этим что-то сказать. Я думаю, может быть, там танец живота попробовать. Нет, нет, это не для меня. Нет. Вы дружите с Алиной Гроссу? Как? Алина Гроссу, дружите с ней? Да, я дружу просто с семьей Гроссу, и с мамой Аней, и с Мишей, папой, и, естественно, и с Алиной. Вот как раз о маме. Недавно мама призналась, что было бы не против, если бы стали ее зятем. Это было на моем дне рождения, это она просто пошутила, а это взяли, все разнесли и сказали, что это серьезно. Нет, конечно, Алина молодая девушка. Нет, я ничего не имею против ее возраста, все хорошо. Но это семья, которые мои друзья, и не более того.